Доброго дня! Меня зовут Андрей Никифоров, я практикующий врач-диетолог, и это проект «Диетолог в холодильнике». Так, по традиции лайк и подписка, и сегодня мы обсуждаем тему яиц. Сколько, где, зачем, и два слова про яичную диету. Итак, если говорить про яйца, как их хранить, то я бы их хранил в холодильнике. И знаете, вот тут очень важный момент, какое яйцо купить? Я бы рекомендовал купать второй категории яйцо. Почему? Оно вроде как меньше, да, но тем не менее надо понимать, что эти яйца дают несушки помоложе, а соответственно они съели, да, меньше всего того, что дают на птицефабриках, ну и поэтому для нашего организма это будет полезнее. Теперь вопрос, сколько съесть яиц, да, потому что яйца на самом деле те люди, которые сидят на диетах, используют часто, да, есть целые прям диеты яичные, те, кто сидят на кето-диетах, да, на дюканах, очень любят яйцо, потому что вроде как сытно, да, те, кто любит считать калории, тоже любят, да, яйца, потому что 60 калорий, да, там, пожарил с утра, сварил в обед, но здесь важен нюанс. На самом деле тяжело говорить, сколько яиц можно съесть в день, да, в том контексте, если не знать весь рацион. Допустим, я понимаю, что да, яйцо состоит из двух у нас основных частей. Там у нас есть, да, белок, полезно, бесспорно так, но есть еще и, да, желток, там есть холестерин, да, есть жиры. И здесь нужно учитывать тот баланс питания за сутки, да, сколько мы жиров потребляем в течение суток. И опять же белковую часть тоже нужно понимать, потому что белки, сколько бы ни были полезны, наш организм их утилизирует, да, все эти азотистые основания тоже должны быть в определенных дозировках. Поэтому здесь очень важно понимать, какой у меня рацион на завтрак, обед, полдник, ужин, и уже в этом контексте можно, соответственно, рекомендовать яйца. Ну, я считаю, что если съесть яйца, например, да, там через день в течение недели, где-то на завтрак, это вполне себе, но опять же вопрос, с чем вы их употребляете. Вот мои замечательные ученицы, да, которые снизили вес, и этих девушек я учил делать максимально выгодные приемы пищи, чтобы яйцо, например, да, было с помидором на завтрак. В таком контексте ликопин из, соответственно, помидор, это вещество, которое помогает нам уберечься от онкологии, лучше усваивается, да, с яйцом оно лучше усваивается. И поэтому такие вот фишечки, да, вот такие лайфхаки, пищевые соотношения продуктов, которые дают наилучшее усвоение, мы используем. Слушай, если тебе интересно, да, как так можно снизить вес и сделать это с пользой для здоровья, то внизу под видео будет, соответственно, информация, как познакомиться с моей методикой. Ну, а сейчас прошу написать тебя, сколько яиц у тебя получается в неделю, а, соответственно, как ты их чаще готовишь, да, когда на завтрак, на обед или на ужин. Вот, ну и напиши, пожалуйста, какой категории у тебя яйцо чаще, там, отборное, первой категории или второй категории, как я рекомендую и выбираю для себя. Ну и по традиции лайк и подписка, чтобы этих видео было больше, для того, чтобы ты комфортно снижал вес с пользой для здоровья. Пока!